завтра пойду переделывать. Убери маску, покажи страшное настоящее лицо. Твое страшное настоящее лицо мы уже все увидели, даже через аватарку, поэтому не переживай. Новороссийск, огромный привет. Настроение хорошее. Крис, это тот парень, который должен был угадать число на бумаге, угадал. Ну нет, конечно, я ему не ответила. Я ему не отвечала, это просто я пошутила так. Кишинев, привет вам, Калининград, тоже привет. Вот знаете, что я не понимаю? Сука, вот эти жирные, я даже не попросила это слово, страшные, стрёмные, нетраханные бабы, которые заходят в мой инстаграм под лупой, рассматривают мои фотографии. Вы можете успокоиться. Я в жизни выгляжу пизже, чем в инстаграме, поэтому можете выдохнуть и спокойно пойти варить борщ дальше. Не нужно мне писать свои гадости, потому что они меня никак вообще не цепляют, абсолютно. Я в свои 30 лет выгляжу охуительно, и меня ваши комментарии нисколько не трогают. Вы в отношениях с кем-то? Нет, я не в отношениях. Я в Киржаче была у друга, ну, как понять, понравилось или нет. Не знаю, как ответить на вопрос. Стацевят про тебя плохо говорит в прямых эфирах. Не верю, это пиздеж, не может такого быть. Крым, привет. Сызрань, привет. Когда в Салават? Никогда. Никогда не говори никогда. В Салават вы имеете в виду Уфу? Скоро, кстати, игра будет, через 30 минут. Кемерово, привет. Усинск тоже привет. Челябинск, привет. Короче говоря, что вам хочется сказать? Добрый день, а можно с вами познакомиться? Можно познакомиться, да. Мы уже познакомились с тобой, зачем ты спрашиваешь? Владивосток, привет. Короче, ребят, всем хочу пожелать хорошего дня. Будьте добрыми. Чаще улыбайтесь. Не будьте завистливыми.